Здравствуйте всем. Привет. Сегодня у нас седьмой день. День стретчинга, релаксационный день. Потому что предстоит два дня выходных, суббота, воскресенье. Чтобы полностью нормализовались, Юрочка отдохнул, набрался сил. И потом в понедельник опять снова в бой. Как твои ощущения, как самочувствие? Все классно. С пятого дня болят бока, потому что поднимали ноги по 90 градусов, с весом ложили в бок. Я начал думал пойки, а потом понял, что мы делали упражнения на станке, вот, и понял, что это всякие мышцы болят, которые никогда не были задействованы. Как нога? Ножки получше, чувствуется крепатура в коленах. Как бы раньше старался не нагружать, но не было этого чувства боли, но, как говорится, задействовали все мышцы, неиспользованные. Начинаем сегодня с разминки. Да, разминочка, сейчас 15 минут покрутим велосипед, разогреем все уровень сложности 5 и пойдем на мат и будем тянуться. Сегодня день стретчинга. Хорошо, растягиваться будем. Все тело будем растягивать. Вау, это супер. Смотрите и не пропускайте никакую серию. Класс. Ощущает новое ощущение. И так хорошо. Хорошо это было. Ну, после сегодняшней тренировки он почувствует облегчение, релакс. Ножки скрестили.
делаем вдох. И на выдох медленно ладошечками касаемся пола. Опять делаем вдох. Медленно ладошечками касаемся пола. Балерина. Поехали. Вдох. Я подальше. Вдох. И выдох. Помним, мы не дергаемся, чтобы не было микротравм, микроравцов. Вдох. И на выдох хорошо потянулись. Опять вдох. Делаем. И на выдох хорошо потянулись. Колени при этом не сгибаются. Выполняется по 15 повторений. Можешь пока пол. Ножки менять? 15 сделал, поменял. Три подхода, Юра. Самое главное, не спеши. Вдох, выдох внизу. Раз, два, три. Встал. Вдох, выдох внизу. Раз, два, три. Последний подход. Коллективная растяжка. Интереснее, чем самому растягиваться.
тебя запомнит камера, блин. Не тяни только сесть. 10. Ой, хорошо пошло. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. О, чуть галеры не сломал. Руку вверх, и сам опускаешься туда, тянешься. Раз, и назад. Руку вверх, и сам туда тянешься. Хорошо. 2. Самостоятельно 25 повторений. Хорошо тянись туда, прямо сюда. Касайся пальцев. Это так сложно. Медленно поднимаем ножку и медленно ее опускаем к ножке. И тянемся. Такие вот плавные движения выполняем. Раз, 20. Я уже достаю. Сопротивление в руках прям. Дал, что я занимаю. Упражнение Камасутра называется. Поехали. Давайте, ну, ложите мне на грудь. Вроде ножка сгибается. Вообще класс. 8.
Ну, больше не занимается, а больше... Здесь. Это что такое? Вытягивай. Он вытягивает мне ножки. На коленке становимся. Снимаешь? На коленке становимся. Правую ногу ставишь на пятку, носок на себя. Двумя руками тянемся. Двумя руками тянемся. И так немного потянуть. Девочка, мальчик у нас не маленький, так что мне приходится немножко потеть. Ой, это да, очень устал. А тут задаешь, не понял. Все, полетели? Полетели, да? Хорошо. Ну, попробуй я. Терпимо пока. Умница.
камеры, что не понял. Тренировка прошла успешно. Молодец. Это все, что ты мог сказать. Это все, что я могу сегодня сказать. Теперь два дня отдыха. Теперь два дня отдыха. Нравится. Да, будем отдыхать. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите комментарии, я буду знать, что мои мучения не зря проходят, кому-то, для кого-то какая-то польза. На связи Юрий Горбенко, рекомендую.